Президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН России. Документ опубликован на портале правовой информации. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в документе. До этой должности он возглавлял ГУ МВД РФ по Москве. В ноябре в отставку был отправлен глава ФСИН.